Są takie dni, kiedy mamy wszystkiego dosyć. Dopada nas smutek i melancholia. Wracamy myślami do przeszłości. Robimy rachunek sumienia. Podliczamy swoje sukcesy, ale i porażki. Tematem dzisiejszego odcinka będzie uczucie smutku i walki z własnymi myślami w wierszu. Witam wszystkich serdecznie w nowym odcinku Czytamy w domu ze szkoły XYZ. Nazywam się Kiryl Kanarski. A ja chcę Państwu zaprezentować współczesnego autora Piotra Kołpakowa. Piotr Kołpakow jest moim bliskim przyjacielem. Tak samo jak ja urodził się w 1982 roku w Moskwie. Bardzo długo się znamy. Na dzień dzisiejszy Piotr mieszka w Petersburgu ze swoją rodziną. W wolnym czasie tworzy poezję. Za jego zgodą zaprezentuję 3 autorskie wiersze. Pierwszy wiersz – Siecie. Siecie. W prudach izbitego stekla, w lesach ржавеющих антен, я собирал остатки зла, огрызки сломленных систем. Звенящим льдом прозрачных рук дробил стальные стены скал, как металлический паук пространство сетью оплетал. Искал следы ушедших бед, обрывки боли и невзгод. Слезами ртути пачкал снег из кристаллических пород. В глубинах плазменных морей я находил обломки грез и песни мертвых кораблей воспринимал почти всерьез. Сжигал в костре из детских игр куски несбывшейся мечты. Хотел наполнить этот мир любовью адской красоты. Верш Карны. Пенальти. Мне привычно делить пополам чувство веры и чувство любви. Я давно превратил уже в хлам ощущения и мысли свои. Я прекрасно все знал наперед, так как чувствовал движение назад. Я бы сделал все наоборот и восход заменил на закат. И в копилке грусти моей быстро копится медь неудач. Я ворота надежды своей пропустил еще один мяч. И на закончение дзишейшего награня прочитам верш «Ноц». Ночь. Здравствуй, красавица, ночь. Я так долго ждал тебя. От солнца глупого прочь я сбежал посредине дня. Раздражал меня его свет. Я и думал о темноте. Ничего прекраснее нет, чем вернуться снова к тебе. Тень упала на все вокруг, и в волшебной сумрачной мгле из толпы моих лучших подруг всех милей была ты мне. Я вошел в тебя и исчез в темном пламени вечной любви. Я попал в заколдованный лес, окунувшись в чары твои. Точно знал, что уже не вернусь в те места, где бывает рассвет. Помнил, навсегда остаюсь в темноте до скончания
lat. Mam nadzieję, że zainteresowały Państwa współczesnym wierszem. Były to utwory Piotra Kołpokowa. Do zobaczenia.